Всем привет! Это канал «Разговор с Богом» и ее ведущий Крутов Сергей. Сегодня поговорим о том, какое упражнение нужно для того, чтобы попасть на битву экстрасенсов и вообще развить навык введения фотографии закрытой в конверте. И это упражнение. Такое, в общем-то, упражнение дается, точнее, даже не упражнение, а уже конкурс дается на битве экстрасенсов. Кто ходил когда-нибудь на кастинг, тот знает, в принципе. Да, вот эти 5 фотографий сегодня будем смотреть, и я буду пробовать их увидеть в своем сознании, подсознании и так далее. В общем-то, что нужно для этого? Фотография у нас есть. У нас есть конверт. Как видите, тут ничего не видно. Что еще есть? Все, правда, фотографии. Они живые люди все. Но если нужна мертвая душа, то нам нужна свеча. Но сегодня использовать я не буду. В следующий раз я попробую вам показать и с мертвыми. Сейчас я немножко подготовлюсь. И чтобы вы понимали, что я вас не буду обманывать, я буду снимать видео на 2 камеры. И думаю, у меня получится это лучше, чем как обычно. Ну ладно, в общем-то, ребят, сейчас будет дальше продолжение. Давайте. Все видно. Никаких подвохов, чтобы вы не видели, что я вас буду обманывать. Ну, как говорится, чисто. Совести. Вот фотографии все, что которые я вам показывал. Здесь посмотрим. Смотрите, никакой помарки в принципе нет. Я не мог запомнить даже. Тут какие-то цифры есть, конечно. Можно было попытаться запомнить их. Но я буду все делать закрытыми глазами. Чтобы вы понимали, что я ничего другого не делаю, как пытаюсь их увидеть. Посмотрим, что с этим выйдет, получится. Вот первая фотография. Вы уже ее увидели. А я нет, я не вижу. Вы сами видите, что я закрытыми глазами даже не смотрю. Ничего, ложу в конверт. И начинается. Первое, что мне пришло в голову, это Мамаев курган. Надеюсь, я прав. Но я был не прав. Смотри-ка. Да, начинаем заново. Почему-то я увидел выпускной вечер. Тут 4 человека. И это был верный ответ.
без подвоха. Следующая фотография. Пробуем угадать. Точнее, не угадать, а почувствовать. Именно первое знание нужно почувствовать. Я с Алексеем. Правильный ответ. Я выпустил три фотографии. Сорян. Дым. Три фотографии уже пишутся. Мамаев курган. Мамаев курган, ребята. Тут уже две фотографии. И тут уже можно угадать. Но не факт. Я не знаю, что. Сергей. Да, я. Дальше я уже не буду показывать, какая там фотография, в принципе. В общем-то, ребят, вот такое упражнение поможет вам попасть на битву экстрасенсов или нет. Потому что вы можете почувствовать, но если вы будете чувствовать или думать, это разные вещи, понимаете? Тут надо отбросить все мысли и безмысленно чувствовать, чтобы не было ни одной мысли. Если вы это сможете добиться такого результата, то вы сможете увидеть все эти фотографии, как будто они лежат у вас в руках. Но на самом деле вам не дадут эти, вам дадут черный конверт, как видели. В общем-то, вот такие вещи. И, ну, хотите, попытайтесь, сделайте так же. А если вам понравилось мое видео, ставьте лайки. Не забывайте нажимать на колокольчик для того, чтобы не забыть и увидеть новые мои видео, которые я буду выкладывать периодически. Постараюсь как можно чаще это делать, если, конечно, вам все это понравилось. Ну а дальше встретимся в следующий раз. Всем пока!